Награды нашли героев. В администрации Миасского городского округа состоялось торжественное вручение серебряных медалей чемпионата области по футболу команде «Торпедо» из Миаса. Наши футболисты сумели в этом году отлично показать себя на поле, несмотря на то, что команда возродилась совсем недавно. Глава администрации Миасского городского округа Станислав Третьяков отметил, что игроки и директор футбольного клуба Денис Хитрин сделали практически невозможное. Игроки команды удостоились медалей и грамот за почетное второе место. Тренеру футбольного клуба «Торпедо» МИАС Владимиру Федорову, кроме того, вручили кубок лучшего тренера Челябинской области. Владимир Борисович рассказал нам, что сезон выдался интересным. Изначально задачей возрожденной команды было просто влиться в игру. О призовых местах, конечно, мечтали, но не думали, что так быстро покажут действительно хороший результат. По ходу сезона в тренировочном процессе привлечение футболистов, которые раньше играли за наш футбольный клуб, мы поняли, что способны на большее, бороться за призовые места. С каждым матчем, с каждой тренировкой игра команды улучшалась. И мы поняли, что способны бороться за первые места. У возродившейся команды уже много болельщиков. Они тоже пришли на награждение и вручили приз лучшему, по их мнению, игроку «Торпедо» МИАС. Ну и хотелось бы еще выделить одного человека, без которого команды тоже не было. Одному из лучших игроков, по нашему мнению, команды. Человек, который не раз спасал ее. Иван Гайдамак. Одни из самых преданных болельщиков – семья Килиных. Они в этом сезоне не пропустили ни одного матча «Торпедо» МИАС. Даже ездили с командой в Варну. А все благодаря тому, что 8-летний Егор Килин увлекся футболом. Ну, инициатор сын Егор Килин, так как он у нас увлекся футболом. Вот. Ну и так как узнали, что появилась футбольная команда в городе «Торпедо», все, стали ездить. Егор сказал, надо ездить, смотреть, болеть. Команда играет красиво, достойно, очень здорово. Хотелось бы не команде больше пожелать, а больше пожелать городу. Очень хочется, чтобы у команды появился стадион, правда. Чтобы смогли игры принимать у себя в городе достойно. Такие болельщики и вдохновляют игроков. Футбольный клуб «Торпедо» МИАС уже начал подготовку к следующему сезону. В планах команды вновь оказаться на пьедестале почета. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.